Слушай, ну Шикарно. можно вопрос? Вы этот RS-25 гир сносите, не? Да. Про все снос. Засекаю 2 часа, надо будет быстрее 2 часа. Скажи по бахам сразу, по паладинам. Счастливые каски, металликун кулаки и кресты. И еще вопросик по осколкам. По очереди идем? Да. В смысле? Что ты имеешь в виду по очереди? Вон там Маша пишет, пати, дай. Я ей кидал. Ну в смысле, на осколке же очередь есть? Ну да, правильно. В гильде есть очередь. А в рейде по очереди. В смысле, один осколок тому, другой тому, никто не получает. Кто сейчас вредит за осколками, скажите? Счастливый. Ты выше меня, да? Да. Че, на грапуте пойдем? Да, конечно. Блин, опять. Пипец выдают. Давайте, право-лево быстрее. Осторожно, спрячьтесь все за стенку быстро. Спрячьтесь, где он убьет. Сейчас он подведет. Тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. А кто там трэш пошел убить? А, Хризин. Подойдите. Вот Хризин, кадр. Инчанта вреди нету, что? О, есть возможность тогда зайти на Лудрину. Позвоните слабо танки. Полка можно дрить? Да. Просто вы его бейте, да, смотрите. Пожалуйста.
Мама, я бы не такой. За стену. А какой по очереди Хризи Хилакс на осколке? Так, он собрал. В смысле, собирал уже? Собрался. А, я не знаю. Идите. Дайте сало, это там. Идите за стену, чтобы с ней убило Рыба спереди. Стол стоит сзади. Пошли, блин, потом доберем. Ошибку по 20 человек сносили, да, сука. Нормально было. Поставчик встал. Чем ты меня-то сумонишь? Сори, я уже здесь. Ну вот идите в два холика, нормально будет. На расслабоне. Я буду меньше беспокоиться. Чек на пол. Да уж, опять этот прист. Я смотрю, ты любишь моего приста. Да я туда и ты. Да просто пасеки не потом принял. Может, кто-то шел. Да нахуй, заебали стоять уже. Танк пуляй. Блять, накроет этот мир волной смерти.
Геру. Куда нахуй нам Гера, ты чё? Шаманы нормально, вот всё. Ничего, хули, просто перехилил. Значит, объясню, воспользуюсь ситуацией. Если вам нужна шмотка на успех, вы нажимаете кубик. Если шмотка на ваш класс не подходит, то есть, допустим, вы рога и падают лады какие-то, вы не нажимаете, сука, кубик. В ОЕшке рулят все, древнейший сранит все. Вот. Давай я ролим на один спек, не на два, не на три. На ОФ нажимаем кубик. И если кому-то нужна шмотка на мейн будет, потом ее просто передадим. Раскидай лут. Надо еще раз. Должна быть автономной системой. Самоуправляющаяся. Есть ЧПшники. Рокстер, можешь командовать там под себя гимноману. Ну, соответственно, Эндряга с Шизаром можете заливать на свое усмотрение. Фламба тоже. Вы здесь потому, он Рокстеру заливает. Тут хилить нечего, с ДЦ. И Рога забирает кожу. Мне не понадобится залив маны. Разве? Кожу забрал, блин. Кожу забирает. Ну. Ой, не Рога, а этот хант. Я не откажусь, нажал, читай, бля, внимательно. Ага. Шаман, а тебе нужно это кольцо? Ну, на офспек, но если тебе надо, могу отдать. Дай, пожалуйста, на мой офспек могу. Ну, тебе обмен, я вот сзади прыгаю. Спасибо большое. Отдаю гейм-филипец. Отдал гейм-филипец. Отдадите столпы, уберите АОЕ. Танки тонките могу. Заберите пидоров сверху, нахуй. Кому-то нужны эти перчатки, что ли? Да я хуй знаю. Вот этот пидорас сверху. Давай я паролю, а то тут фигня какая-то начинается. Чего вы, блядь, мозг имеете нахуй? Если тебе нужно, ты нажимаешь «нужно». Да, вот и все. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот. Ну, если вы шмотку будете носить, вы нажимаете кубик, вот и все, блядь. Блин, непонятно. То, что дизить нельзя, из этого я нажал «не откажу». То, что можно продать ее. Да, либо продать, либо распыль. Все, они в равном. Кажется, третий танк надо, нахуй. Танки, бля, у вас хуйня какая-то. Или вы агрите трэш сильно хуёво. Резьте быстрее. Умер просто. Танк умер. Исправились два хила и ДЦ. Пока я ресу. Беги, малышка, беги! Нет, это ДЦ. По крайней мере, на ребре был в ДЦ. Беги, малышка, беги! Танки, вы тут? Белин и счастливый. Вы здесь? Да, счастливый здесь. Чё, спект? Счастливый же, реплика вышла. Не, нихуя, кто-то пал. Сейчас спектнусь. А это
подумаю, что за хуйня. Абелин, вы его не резнули или что это происходит? Беги, беги. Номер просто сразу двоих сагрили. Ну да, я сагрил, думал, танки есть. Хильте, ебать. Что вы думаете, смотреть будете на это, что ли? Хильте рейд. Ну я метку выносил. Похуй на метку. Хильте просто рейд. Все без танков убивается. Но танки, блядь, чек на АФК на то. Беги, малышка, беги! Не, ну они не АФКшили. Они здесь были. Так бегите быстрее, блядь. Уже прилетели сюда. Пошли вы в танк спекуй. Я вообще не ебал, кто нас танчит, нахуй. Но думал, что Стивы танк будет. Белин и Хризефилокс. Хризефилокс за две так-то был. Что-что? Так я каску и лапу по разбойнику. Пристав баф. Сейчас, прибегут двое. Да, дам пристав. Я сейчас дам. Точнее, берите каску, лапу по разбойнику. По шаманам каску тоже, каску спасибо. Счастливый сейчас даст. А Виталий Кун кулаки раздаст. Вот им в ПМ пишите в следующий раз. Старайтесь в РК. Мне, блядь, это не хуёво станет. Чех на пол. Всё, пуляем. Я справа буду счастливый. Не спальте с трэша, щит. А чё, он не спалится? Да, массовым рассеиванием. Масуха разве не спалится? За контроль кто-то друида. Да, устанем. Да пипец, блин, опять бы трейдинг, ну как так? Керу прикила фильм, а тут лодычку 4-6. Оба моба выйдут, да? Какой? Какой трэш? Какие ТПС, смотрю, нормальные. Выходит только на гире, да, лобочки? 5 так. Забей, сейчас выйдет. Вообще лобочка тоже должна выходить. Вон он вышел в квадрате, ебашу. Чуть не захуяет. Почему на боссах этот не качается навык оружия? Ваша смерть неизбежна. Пошли дальше, а чё я, блядь, четвёртый по ДПС, вы чё, блядь? Так мы тебе это, шанс дали, вперед тебя продвинули. Сейчас
резко все мясо беру, блядь. Там вот будет чешка, а где ты охуеешь, блядь. Я все равно хам потом пойду. У меня есть другие механики. Мне вару осталось, танки, тапки и все забрал. И фул бис. Благодарю духов, что они послали нам. Где ДК, посреди дракона. Чай пикаю. Слава, отойду. Буквально на пару минут. Буквально на пару минут. Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам! Время, деньги, друг! Тащитесь быстрее сюда. Кровь и гром! Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, слетаем! Надо было подождать, тебя бы закинуло на корабль. Надо было прыгать вслед за кораблем. Вы видите? Прям носом вижу. Что да? Это там вдалеке? Пробороздил. Пламба тебя покарали за Африка смертью. Понятно, что у вас секс-тос всяких кикает, да? Кошер какие-то. Ступать на мой корабль! Сейчас ты умрешь! Не соглашусь с тобой, Войд. А со мной не надо соглашаться. Мои слова просто на веру принимают и всё. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Как этого, лорд-маршала. Кто такой лорд-маршал? Ну чё, про Нитридика не смотрели, что ли? Да. Да там? Лысый. Убийца. Какой? Нитридик. Ну, Вин Дизель, чё? Вин Дизель, да. А он везде убийца играет. В любом фильме. Ну, Лысый Лянка есть тоже. Да, ну там, а, да, а? Это исключение. Заклинатели сюда, пусть заснёт эти войники! Огонь! Мне понравилось, форсажи в этом. В пятом, в шестом. Да, он этот, хопс-то этот, Скала Джонсон, да. Да, он стоял на платформе, короче, чтобы одного роста оказаться с ним. Хотя он его ниже сантиметров на 20. Там, ну там показывали, он, короче, в больших этих... Да Клямбо, ты чё лежишь, что резайся, пока лети. На платформе. Там был ещё прикол, короче. Короче, это, по радио, может, что говорит, короче, это про хопса говорит.
дуболом одноклеточным. Потом хуяк, они встречаются с дизелем. Короче, этот злодей, все, там базарят, короче. На дизеле хуяк такой лазер, блядь. Хуяк такой на этого лазер, короче. И тот такой говорит, хлопс, говорит, а дизель такой смеется, говорит, дуболом одноклеточный, блядь. Дай просто выйти. Что-то, говорит, детским питанием запахло, нахуй. Давайте запускаем сразу. Сак-сак. Сакра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что! Присоединись ко мне! Рыбка в центре будет стоять. Иди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети! И вас кресты нормально у всех есть? Что-что? Кресты. Кресты, послушаюсь, кресты. 21 минута, пора обновлять. Я здесь, чтобы забрать его тело. Что, в центре, значит? Давайте шкаф присумуем, пожалуйста. Мы назвали его... Фло? Да, 50 секунд. Значит, сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Не пускай, не хантом идет, блин, 4 ханта. Под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала. Ага, хорошо. Что пройду нету. Пиздец, еще один уволен, да. Умер бы я. То что? Сын остался цел. Лорд-локовый бит. Я даже испугался. Я в хант, пиздец, просто. Исполню это. Ой, блядь. Сейчас кральку тебя уволил, идет вообще пиздец будет. Жалкий старик! Ну что ж... Я надеюсь, ты не будешь угоном отдавать волю. Я герой волю 3 года назад с половиной коту убил в Угарейте. По замеру. А, чешку так и не выбил. Где? Жезл качается на 8, уже 397. У меня криты летят от жезла. Каждый второй удар крит. Сав, бери Фалария на место меня, ему там шмот надо. Наступлю. Ой, почему ты 10-й? Рядом с матерью и предками. Помните о чести, наверное, герои. Потому что 130 тысяч трэш на бит. Какой бы жестокой ни была битва, никогда... Ну, наверное. Отдайтесь от нее.
675 ДПС у меня на жезлом. Вот так и рабочий. Ну, по идее. По онлайну и по настроению Войда. Так что не разочаруйте Войда, да и будет гир. Да, убьем, иди, иди кота. Бог не ступай, все. Короче, давай в Долоран просто не ступай. Да, не могу еще что. А, я пофиг. Сейчас просто два ран пропнусь. Субтитры сделал DimaTorzok.
кто сегодня квест делает? Кто сегодня квест делает? А, это... Сослет. Зачем ты с тела вышел? Рыскнули бы. А так нет. Справа ловушка всегда. Слева активирую сейчас. Рыбка спереди. Второй раз тебя наказала Фламбу за АФК. И цена смерть. Чего там стоите за километр подходить? Давай там хат за воротами, копару за ворами. Начинай. Так,
Воля не упала, два ханта в АФК ушли. Вообще красава. Сведи. Что-то бар вообще не в теме. Бар, сведи, сведи. Бар, ты бить босса будешь или ты будешь бегать по залу? Больших, то есть сводить не надо, да? Я выжу под картом. Ну, два появится, ты большого просто с центра заберешь и все. Вот-вот я об этом-то и говорю. Забираю, да? Приготовьтесь. Бежать, когда скажу. Побежали. Чё Геру не давали? Сакру прожал. Возвращайтесь. Все, Слава, я поскакал. Там собирают, но не... Ты же сказал, уже, ну, 18.30. Да я понял, Даня вот написал, что, блядь, он ошибся. Ивен, короче, не 19.00, а 18.00. И сейчас будут собирать, проверять составы, кто на месте, кто нет. Ну это, блин, займет времени немного. Я вернусь. Да как-то некрасиво, а уже третьего ФК уходит. Да я думал, он 19.00, понял? А мне его Даня написал. 18.00, я ошиблись вчера. А ты ходил хоть раз, тестил его? На этом серваке нет. Ну так, я, да, на многих серваках таких ивентах участвовал. Ну просто, если ты там не участвовал, вот именно в нем, то, мне кажется, нет смысла идти. Ну я на этом именно сервере не участвовал. А так, на разных логанах я пробовал. Просто мне кажется, что это некрасиво. Ты уже третий. Кто? Бьёрн, я изначально же сказал Славик об этом. Ну ты сказал 18.30, но что-то у тебя изменилось там. Давай портуйся. Я Славик. Ну, наверное, надо было тогда в рейд не идти, чтобы вот так вот ливать. Или в АФК уходить. Подымал я её. То у нас получается два ханта нету, теперь ещё и кота нету. Вообще зашибись. Я портанулся, Слав, кинь меня в восьмую пати, пожалуйста, я вернусь. Как вернешься, приснешь. Хорошо. Слава, там, Гамма. Это получается у нас 21 человек сейчас активный, и трое АФК. Мы можем квест не сделать тогда человеку. Хотя суслятинки не привыкать.
короля вернулись же, не? Все, запускай, босс. Фантазабат. Бля, вы подошли все, блядь, резко. Что ты материшься в руках? Танк, а то у него хп очень сильно проседает, а ты все цепуху спамишь и спамишь. Предупредительный, губительный газ подряд. Это закон подлости. Я завис. Кто завис? Я это кто? Дайте имя Эйнер Шами. Какого? Шамальчик. Ладно, третий осколок, ребят, это вообще огонь. Ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, да, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Так, целесообразно спросить. А? Учитывая, что мы будем делать квест. Сделайте так, чтобы хп всегда было фулл у рейда. Так как будет связи зеленым, много раз вкидывайте. Ну и соответственно... Так у нас минус 3 дд. Мы сделаем минус 3 дд. Ничего страшного. Просто надо вставать слизню с одной стороны, а не вокруг зеленого слизня. Когда он откинул вас, нельзя на него бежать. Надо отбегать к месту, где стоит больше людей.
Лок шкаф. Он стоит, все отлично. То, что тут отлично стоит, я понимаю, но надо еще отлично сумануть. Кал, ПРК? Да, да. Ну, бафы и кресты, а я вала буду играть. Не поставляйте тоже. Нормально, не знаю. Ничего не стопаем. Это самое, ты и кукол там кто? Пуля. Отличные новости, народ! Как усовершенствовал штат чумы, которые уничтожит весь Азерот! Стали. Набиваем. Не достаю слишком далеко. Я прокачать вовремя успел. Чувствую, что это еще откуда? Блин, сейчас у нас 5 килов. Почему 5? Потому что фламба в артру. Ну вы вообще гоните. 25 вверх приходим, а тут 5 килов. Зато никто не сдох. Ну ладно. Ну да, я вижу, как опану. Исцелено дели, лампа, покровительство природы. Заметил указ. Всех красных. Или песок красных. Лужи пей быстрее, чтобы их не было. Дело. Давай ускоряйся. Зеленый. Через 10 секунд еще две уже будут. Две вещи. Еще две лужи. Я там купил кроху. Давай резче пей. Эту пей и две в воздухе лужи. Бать, всю штуку, сука. Но. Короче, жми. Красный. Чё, суслик? Вид красный. Вот это красный. Вид красный. Пей быстрее, еще два поедем. Добивай ту, потом тебе, блядь. Я ж тебе дал щит, тебе надо было сразу бежать. Зашли сколк, наверное. Зеленого идем, две пей быстрее. Здесь нахуй будет. Thank you.
Тимур, прошу, больше выкиньте. Что за хуйня? По-моему, в колбах. Мне показалось. Кстати, сейчас Суслятина умрет. Почти умер в колбах Суслятина. Тактики не знает, наверное. Что нельзя в колбах стоять химических. Шамочку, пожалуйста, и наркиньте. Дальше Суслятина шаманом играет. Ну, им кох. Нету. Шаманы, твою налево. На тех пину. На пяти заберусь так. Нет, 400 так. Забери. Да-да. А чё Калк сидит? На шамане, что ли? Не знаю. Да, в два окна. Блять, этот сидит на шамане. Суслятина. На варе англиев. Ты своего напарника обосрал. Да. Суслятина. Пойду кофе поставлю, сделаю себе. То, что Суслятина не умеет квест нормально делать, это я уже видел в прошлый раз. Не делал его никогда. Да, 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 Матвей постоянно ходил. Это вот впервые сделал квест. Давайте, пока у меня еще чай не кипит. Кого контрит? Кого хочешь. Okay. Правую пачку начнете, да? Нужно подойти поближе. Thank you.
Минус один, да. Я с патрулем вместе, блин. Давайте 80. Кто еще набрался? Кто всех сагрил? Что гоните? Давайте мне вместе. Че, вы на ком? Давайте спускайтесь. В принцип. Танки в этом стойте, спускайтесь и видите, что вас не было. Давайте гнев небес, контроль, корни. Энтриага, рез и счастливого. Дайте как этот нового корня. Сука, не дохните, как уебки. Контрольте на бог. Пиздец, ну как тут. Нихуя не умеете контролить, блять, стали как стадо, просто одну кнопку нажимаете и все нахуй. Нихуя не умеете, просто не пиздец вообще. Идите вещи. Поебать, сколько там кто сагрил, надо контроль давать мобам, а не стоять в небо смотреть, сука. Стан, хуян там, блять, изгнание нахуй, разоружение. 4 хила танка уронили. А там командиры касты сбивали постоянно, там их, по-моему, 2 было или 3. Постоянно сбивали. Ты Копар пришел? Да. ИП на ханта? Получаешь? Нет. На Капарсивина? Ну, на Церезию. Блять, Казян до сих пор в гильдию кикнул. Ну, типа, 3 босса, 3 степа. Чтоб потом не отнимать. А прикинь, потом забудешь накинуть, я уже отнял. И Копар будет злой. Да не, Копар тут из всех самый добрый. Ну это понял. Да естественно. Он никогда ни на кого по долгу не злится. Филипец самый злой, нахуй, самый злодей, блядь. Ну конечно, что ты вперёд? Вообще, блядь. А чё вы стоите, я хуй пойму. Давайте бить. О, командир, не пробуй. Блядь. Я ничего, если можете, сунуйте. Ну как бы я сам ничего ещё. Thank you.
А чё, квестик? Да, квест. Как хотите, танки. А кто там кулаки давал? Давайте фулбах. Кто справа, протопол, да? Ой, на двух. Да-да-да. О, коллекцирует правду на 20 рука. Кто там это рвет, хан? Дайте там с престов гимна ману, на кинетике сижу. Меня неуязвим.